нами, нам, нашими предками, не всем уникальны. Нет, в доме Павлова с удовольствием варили варенье разное, с удовольствием его ели, с удовольствием угощали друзей, и матушка Ивана Петровича Павлова была знатной кулинаркой и знала только варенье. И осталось много рецептов, мы вот для нашего проекта выбрали два из них, одно с медом, яблоко с медом, и второе яблоко с сахаром. И каждое потом варенье мы немножечко позволяем себе подгадать, хотя у матушки Павловой было записано, что можно добавлять различные приправы. И мы добавляем кардамон, добавляем корицу или ваниль. То есть как-то позволяем себе немножечко популигать. А для цвета, опять-таки, по совету матушки Петровича, добавляли несколько слив. И да, вот в этот таз добавили несколько ягод красной смородины, которые там заварили.